За помощью к президенту обратились и жители другого аварийного здания. Речь идет о доме номер 19 по улице Брянская в Заводском районе. Напомню, там в конце октября произошел обвал лестничных пролетов между вторым и третьим этажами. В результате ЧП несколько жителей оказались заблокированными в своих квартирах. Впоследствии их эвакуировали спасатели. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о демонтаже подъезда. Вторую половину дома признали безопасной для проживания. Между тем, жители жалуются на то, что им до сих пор не вернули воду и отопление, которые отключили после ЧП.